на стул я могу взять. Ну, жестко. Так, барбики, смотрим, Денька. Ну, башку одел, чтобы спустить. Там прыгает, здесь прыгает. Тик, тик, два килика на один. Там будет мистер Сорочек был. Лип слайдит. Да, борт слайдит по кругу впереди. Виноградник кидает, кидает, айди. Ой-ой-ой, ну вот сошел, нормально, уверенно. То есть как бы не супер сложно, но стильно и как-то компактно. Вот они, конечно, как бы всего парку делать, везде по чуть-чуть, но не самый сложный трюк. Сейчас любит на квадре, кто там надо квадре, но он глазит на келе, квадре так и чуть-чуть дальше, что ли, чуть-чуть. Это какой вип на келе, времени совсем чуть-чуть осталось, давай финалочку, самый жесткий, самый классный, самый мой. Илья, какой же трюк для себя выбрал Артем Дружинин для завершения своей минутной попытки? Так, я же понимаю, будет сквотировочка. Но сквотер будет только съезд. И все внимание приковано к этому парню. Смотрите, летит ходов. Ой-ой-ой, сколько. Ой-ой-ой, как летит. Ой-ой-ой, как летит. И вот какой он. Вот такой. Ёлка, на слайдер. Я в заднем колесе. Это, я понимаю, жестко было. Весь, хорошо, задорно. Итак, следующий у нас.